Известная фамилия решает все проблемы. Например, такая, как Зюганов. Внук лидера партии КПРФ Михаил Зюганов пользуется известным дедушкой. 23-летний юноша недавно закончил РГСУ и теперь помогает Зюганову-старшему в Думе. А летом он женился. И возлюбленная нашего внука, студентка МГУ Юлия, стала пользоваться уже новой фамилией в корыстных целях. Об этом рассказывают ее знакомые в университете. Недавно, например, Михаилу Зюганову пришлось разбираться с однокурсниками супруги. В переписке внук политика настойчиво просит старосту решить проблемы его жены с учебой. Потребовал договориться с преподавателем о пересдаче. Но тот отказался. Стычка внука политика с сокурсником жены мгновенно распространилась по университету.